Как делишки, ребятишки, с вами снова я. Какие делишки, ребятишки? Ты что, дурак? Я не могу понять. Блин, точно, подожди. Придурок. Я не понял, алло, какого черта? Так, все, другой разговор. Какие делишки, ребятишки? Вот. Ты что, пришел сюда, алло? Да, ну что-то вообще. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон Ежак, и сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Троллинг прятки в Майнкрафте». Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки под нашими сериями троллинга пряток. Только благодаря вам мы продолжаем снимать эту рубрику, а еще у нас небольшой челлендж, знаете? О, ребят, в принципе, да, Жек, я даже не знаю, как это объяснить, лучше включи шейдеры и сам. Я уже включил, это, да. Это, ребят, это будет что-то очень сложное и очень странное. Я надеюсь, что вам понравится. В первую очередь, если вы хотите больше челленджа и больше рубрики троллинг прятки, то обязательно поставьте лайк и давайте наберем хотя бы 15 тысяч лайков на наших обоих видосах и сразу же вы следующая серия, да, Виндо? Да, обязательно 15 тысяч лайков, а то больше троллинга пряток не будет. Ой, как сложно, сложно-то идти куда-то. Все, давай, до свидания. Давай. В общем, ребята, да, мы с Жекой наконец-то переехали в Питер, и это первый видос с Питера. Как вы уже заметили, да, у нас такая небольшая коллаборация вышла, и я в честь этого всего построил точностью прям такую же комнату, как у меня в реале. Я не знаю, что с этим МПСом творится, но ничего страшного. У меня прям такая же комната. То есть Жека будет искать меня в моей же комнате в реальной жизни с этими прям нереально какими-то странными шейдерами. Поэтому я надеюсь, то, что Жека меня очень долго даже будет искать. Я очень сильно это надеюсь. А мы, ребята, изначально пойдем к нему на карту, попробуем его найти. Я, наверное, опять буду бомбить, потому что это нереально найти с этими шейдерами будет. У меня прям мозг вскипит. Поэтому давайте мы сначала пойдем к нему, а потом вернемся на мою карту. И да, ребята, обязательно ставьте огромный палец вверх прямо сейчас на этот видос, если хотите, чтобы мы дальше продолжали записывать троллинг прятки и то, что мы наконец-то с Жекой осуществили свою мечту и наконец-то переехали в Питер. Поэтому, ребята, давайте мы сначала потопаем к Жеке на карту, а потом вернемся сюда. Погнали, давайте. Ну что, Эдисон, заходи на мою карту, заходи. Я могу, да, зайти, только я пока ничего не понимаю, где я на самом деле. В общем, Эдисон, смотри, если, ну ты сейчас, конечно, не поймешь, но это планета Земля. Мы установили с Эдисоном специальный мод на гравитацию, чтобы ты мог лазить по стенкам, то есть по Земле. Вот и как бы залезай. Жека, это немного сложновато, понимаешь, с этими шейдерами играть. Где вообще? Ну смотри, Эдисон, я тебе дам подсказку. Под землей есть специальные блоки, которые дают тебе гравитацию. По ним можно запрыгнуть. А! Да! Забрался! Так, это сейчас я в океане, да, где-то хожу или что это такое? Северный полюс, да? Ну на самом деле, Эдисон, у меня тут не прям вот как земля выглядит, поэтому ты не обращай на это внимания. Ну да, снизу юг полюс, сверху северный. Да, ёханый бабай. Жека, я какой-то город попал, тут я не понимаю. Ай! Не понимаю, а можно мне спаунпоинт поставить на всякий случай, а то если я упаду куда-то, то все. Хорошо, я больше сюда никогда в жизни не заберусь. Эдисон, там ты должен понять схему этого мода. С помощью этой гравитации сможешь как бы там забираться на те вещи, которые ты, в принципе, не можешь залезть в обычном Майнкрафте. Вот, это небольшая подсказочка. Ага, так, зато я могу обдурить этих странных НПСов. Ага. В смысле обдурить, не понял? В прямом смысле. Если я их бью, то они за мной не бегут. То есть они застревают на вот этой стене и дальше не бегут. Так же. Это не ты. Конечно, ты петух вообще, да. Да ёханы, ну это ну это так сложно, ты себе даже не представляешь. В смысле, а так ты все правильно делаешь. Я, конечно, тебе даю подсказку, но в любом случае. Тебе так и надо было, тебе нужно было свалиться туда, на стену. Да, я для этого и нужно, ты не понимаешь. Знаешь, этот стол специально нужен, чтобы тебе свалиться вот сюда. Да, вот сюда. А-а-а, убейте меня, пожалуйста. Да куда, нет? Жека, что это за дичь? А где ты? Что это за издевательство над человеком? Это нереально. Эдисон, смотри, ты можешь ходить по стенкам домов, ты понимаешь? И с помощью этого фонаря ты сможешь залезть на крышу, например, понимаешь? А этих я даже бить не могу, слава богу, что не могу их бить. Блин, мне так смешно, я не могу. Да это нереально, Жека, это так сложно, что ты понимаешь, что у нас мод еще вот этот, не мод, а шейдеры вот эти. Блин, я на самом деле вообще забыл, что ты с шейдерами сейчас, это вообще жесть.
Так это еще плюс к всему, у меня еще какая-то антигравитация, где я хожу вообще в космосе где-то, Жека. Это вдвойне сложно, понимаешь? Ты справишься, я тебе в тебя верю. Опа, видишь, все, ты на стенке, теперь ты можешь тут ходить. Да я тебя поздравляю, конечно, но ничего не меняет. Да, офигеть. Хорошо, все, в сраку у тебя. У меня вопрос, как мне сейчас выбраться? Так, подожди. Да куда я лечу, мать вашу? Эдисон, хорошо, попытайся походить по другим сторонам планеты, может быть я не тут. Да я уже понял, что ты не там на самом деле. Так, я в океане, это не ты, потому что да, это точно не ты. Тут тоже не ты, так, хорошо. Эдисон, еще у тебя подсказка небольшая. На Северном полюсе есть такая фигня закрытая, там типа как... Короче, типа как забор стоит. Туда нельзя забраться, туда можно забраться с другой стороны планеты. Короче, сейчас увидишь. То есть, смотри, видишь, да? Там есть закрытая местность. Да, закрытая. И ты сможешь туда попасть через другую сторону планеты. Через какую? А ну паскуда, рыба! Нет, не могу. У меня такое предположение, что через пирамиду, да я смогу туда пробраться. Не-не-не, через домик с пещеркой. Вот там где домик и пещерка. Я с земли свалился, Жека! Слоны свалился или земли? С земли свалился, черту мать вашу, домик с пещеркой. Вот, нашел домик с пещеркой. Жека, это так сложно, это просто капут. Там в пещерке есть секретный проход, Элис. Секретный, сам ты секретный проход. Так, хорошо. Секретный проход горит. Жека, я буду ставить спаунпоинт, это Unreal, честно я тебе скажу, это нереально. Хорошо. Да там куда я валюсь? Где я, блядь? Чего? Я понимаю тебя, Эдисон, я тебя понимаю, я свою карту знаю. Чего? Ой? Какие ой? Какая? Где я? Жека, спаси меня, пожалуйста. Ты в пещере, да? Я не знаю, где я. У меня ты... Так, ага. Так, вот так... Да мать! Жека, все, где ты? Да как сюда забраться, да ёханый бабай! Чё ты ржёшь? Ты мне нереально какие-то испытания построил. Реально. Жека. Так. У меня есть только один вариант. Так, хорошо, почему один? Вот так. Так, ясно. Так, где я? Какое... Жека. Я больше к этим снеговикам паскудам не иду. Отстаньте от меня. Хорошо. Да где я? Вы понимаете, хорошо, мы установили эти сраные шейдеры. Ну хорошо, Жека пойдет ко мне, я пойду к нему. Но это вдвойне какое-то нереальное испытание, Жека. Я понимаю, да. Там у тебя там еще и гравитация, мать вашу, не работает. Я с земли сваливаюсь, ты понимаешь, в чем суть? Далеко не надо быть от земли, тебе нужно близко к земле. Ты говоришь, на земле тоже. Гравитация здесь вот только в пределах земли. Вот повыше летишь, все, гравитации не будет. Я забираюсь на пирамиду, там уже гравитации нету, понимаешь? А нельзя, да, так и в этом-то и прикол. Сфигали. Да, Эдисон. Ну, так устроена моя карта, понимаешь? Так устроен мир? Так устроен мир, Эдисон, так устроен мир. Да, я понимаю. Так, а куда мне тогда надо бежать? Ага, вот вход в эту срань. Так. Да, ну ты так бы не смог бы вот так бы. А, тут еще какие-то у тебя катакомбы, непонятно. Да? Ну я уверен, что это не ты, я уверен. Но я все же ударю. Да, я уверен. Твою-то мать! Так, все. Все, хорошо. Признавайся, где ты? Ну я тебе не скажу, Эдисон. Ой, ну ты меня уже видел, я так скажу. Я тебя уже видел, да? Ну ты где-то вот был прям возле меня. Ёханый ты баба, я с этой сраной, с этим сраным модом. Так, чё за фигня, а? Привет, Эдисон, привет. Ааа, я упал! А где ты? Эдисон, посмотри назад. Это я. Где? Куда назад? Смотрите, ты пошлись. Ааа! Не бей меня! Не бей! На! Это что? Это Жека 4. Это самая наркоманская серия троллинга пряток. Ты нечестно делаешь, Жека. Это вообще как-то нереально. Ну да, прикольно получилось. Короче, давай, все. Ты прячься, я приду тебя на карту. Давай. Эдисон!
Да, да, Евгений, я вас жду на своей карте. Какие проблемы? А ты что у тебя за карта? Ты вообще понимаешь? Да, ребят, это моя комната. Комната в реальной жизни, понимаете? А что за стена, как зайти? Ой. Здрасте, я здесь не потасся. Как вы? Так. Да, 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 вот так. Ну дверь-то закрыта в мою комнату, не зайдешь, не зайдешь. Я не знаю, а зомби это ты, как я понимаю? Нет, почему? Ну типа, ты же типа за компом сидишь. Нет, просто кто-то украл мое место. А вообще у тебя лисы ходят под этим... Откуда я узнаю, что у меня в комнате? Я как бы пару дней тут живу, кто его знает, что тут крысы всякие. Я вижу какую-то курицу. Ай-яй-яй-яй-яй-ра-ра-ра! Где она была? Надо спаунпоинт поставить, она была где-то на полке. Я не знаю даже, что это, если честно. Я не понимаю, где ну, рекорд. Это полностью копия, на 100% копия моей комнаты. Ну, у меня, знаешь, это как это копия, немножко как-то наркомански выглядит, если честно. Ну, у тебя я понимаю, комната. Да, я понимаю, я тоже включил вот эти шейдеры, я понимаю, то, что тут жопа на самом деле. Ё-моё, ничего. Офигеть. Хорошо. Вот ты сейчас понимаешь, как это сложно искать, Джека? Я вообще не понимаю, где я сейчас нахожусь. Какие-то... Вот именно, вот именно. Так что давай, 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 ищи меня. А где ты, Джека? Скажи нам, где ты? Какие-то тут лампочки или что это стоит? Я вот не знаю. А, это такое? Это тумбочка. А это тумбочка, это какие-то лампочки, да? Да, это лампочки, это лампочки. Ага, ну вряд ли ты зомби, он как-то слишком как-нибудь. Ладно, на, под. Убил тебя. Так, хорошо. Да. Залезу вот на эту лампочку. А как туда залезть? Такую лампочку. Там есть NPC, но не знаю, как туда залезть. Какая лампочка? Какая лампочка? Я не знаю, какая тут желтая лампочка. Ну ты попробуй в тумбочку под желтой лампочкой залезть. Попробуй в тумбочку. А, в тумбочку. Ща, подожди. Так, тумбочка залез. Ага! Нет, я его уже бил, это NPC. А ты в тумбочку на первый этаж заберись. На первый, Жека, не на второй, а на первый. Да подожди, это сложно! Да ладно, я как бы через это уже прошел. Какой-то по этим лестницам-то поганым. Давай. Опа, хорошо. И чё, на первом этаже? Тоже курица бегает. Курица или динозавр? Ну, где это курица? Сейчас бы динозавра курицей назвать. А как залезть на самый верх-то? Не знаю. Ну, если нету там никакой лестницы, значит никак, Жека. А там NPC сидит. Ну, потом как-то через другой способ может. Да, ну или ладно. Он может там просто так сидит, он просто захотел сидит. Да. Жека, у меня тут на самом деле очень крутой телевизор. Столько крутых программ там показывают, Жека. Ты себе даже не представляешь. Я сейчас проверю, ты подожди. Там прям такие программы, прям ой-ой-ой, я смотрю. Ты мне тут зубы не заговаривай, подожди, вначале. О, тут что-то телевизор. Да. Я что-то нашел какой-то... С этими лестницами погаными. Ух, все отлично, я забрался. Ну тут что-то как-то, знаешь... Что там? Что-то какие-то... Очень темно, я ничего... Мне какая-то... Кристина тебя убила! Кристина тебя убила! Я даже не понял, кто меня убил, там так темно было. Да. Ладно, я туда не пойду больше, мне это не нравится. Ну, телевизор очень хорошо. Крутых программ, Жека, очень много. Тут крипер просто сидит, это программа, я понимаю. Да, это программа. Это программа, да? Это программа. Ну ты потыкай на рычаги. В мире монстров или да, что? В мире Майнкрафта? В мире Майнкрафта. Животных. Животных. Я не понимаю, Дисон. Я ничего не понимаешь. А, Жека, у меня на самом деле очень огромное окно в комнате. И возле окна у меня там куча крутых полочек с всякими драгоценностями. Сейчас мы залезем, подожди. Какими драгоценными поняшками, которые тут бегают? Не, ну как бы, а возле окна есть еще полочки, Жек. Какие нахрен полочки? Полочки! Понял. Нифига себе, ты тут кристаллов этих понаставил. Это понаставил, это ничего не ставил, это я. Да, конечно. Это я! Привет, да, ну, вот я тебе рукой машу, Жек, вот смотри, видишь, кристалл двигается. У меня нет руки. Полетел. Ай-яй-яй-яй-яй, иди сюда! Иди сюда! Не-не-не, да ты бы сдох. Да, отлично. Как знаешь, Жека, как знаешь. Нет, сюда паскуда. Так, все, я кристаллы все в одном месте, их можно теперь. Ай, нет! А, да, их можно теперь сдохнуть от них, да? Так ладно, так, хорошо, я понял, хорошо. Это не ты. Все кристаллы побиты. Ага, не сиди. Какая идея? Ты где? Паркур. Сейчас будет паркур. Чекаешь. Не получилось. А что не получилось? Я хотел на деревянный стул. И что это такое? Стул, крест. Стол, что это геймерское кресло мое, Жека. Не, а деревянное. А деревянный, ну это стул, да. А как? Тут невидимый. Тут невидимый блок. Да ладно. А как тут залезть тогда?
Значит, никак. Ну тебе, может, надо залезть через столик, там, где зомби бегают? Ну, один зомби, один я. Ничего не понимаю. Тебе надо было с этих полочек спрыгнуть на стол. И со стола на стул. И со стула на другой стул. А как? Как я с полочек тебя спрыгну на... Вот с этих полочек, да? Нет, с полочек, там где кристаллы! А, ну я дебил! Я и так запрыгнул, подожди. Это что такое? А как ты туда запрыгнул? Нет, такой вопрос. Это пульт или что? Это кровать! Это кровать, там у меня одеяло, там у меня пульт. Подожди. Это с этих куда мне дальше можно? Никуда, да? Ага, это криво как-то лежит, это ты. Не бьется, хорошо. Понятно. А как ты вообще на кровать забрался, не через мой компьютерный стол? А я там с этого, с полочек каких-то. Я не знаю, что это за полочки. Там, где, короче, лампочки стоят. Ты читер. Ты? Нет. Ай! Да, сложно. Я не понимаю, это слишком сложно какая-то у тебя карта. Ну, ты двигался в правильном направлении. Залезай на геймерский стол. Потом на на геймерский стул, потом на геймерский стол. Потом дальше сам думай. Не бегай по моей клавиатуре! Ага, ты меня видишь. Подожди, я, кажется, понял. С мышки моей слез. С мышки! Провода не топчи! Подожди, я не понял. Я не понимаю, подожди, стой. Уйди с моего стола, Жека. Нехорошо, ухожу. Так, не, в другую сторону уходи. Я тебе подсказочки уже даже даю. В другую сторону уходите. Приду. Со стола на кровать, ты же двигался в правильном направлении. Ну я же так на кровати был, в смысле, зачем? Ну все, с кровати куда ты можешь еще в другое место запрыгнуть? Все, тихо. Чекай, сейчас. Мозги, чекай. Под одеяло, придурок. А-а-а, это одеяло, я думал, это ты покакал тут. Я думал, ты какаешь во сне. Эдисон, ну ты понимаешь, ты... Я знаю, как распознать кот ли Эдисон, сейчас. Мяу. Нет, это точно не кот. Что у тебя коты тут бегают? Не знаю, под одеялом коты у меня. Почему он не бьется этот кот? Ну ладно. Ну давай, куда ты сможешь с кровати? Включай мозги свои. Давай. Подожди, ну я думаю. Куда ты можешь запрыгнуть с кровати, где ты еще не был? Что ты меня спрашивал? Я думаю, да подожди, сложно, ни хрена! Что сложного, если ты спрашивал на начале карты, куда ты можешь запрыгнуть? Да я думаю, подожди, вот сюда могу запрыгнуть. Да, молодец. Курица. Нет, иди в жопу! Да ты придурок, а! Всё заново надо бежать, всё заново, Жека. Сейчас, я тебя сейчас... У тебя просто комната какая-то запутанная немножко, какая-то она вся кружится. Не знаю, как. А почему у тебя всё кружится? Вот такой вопрос. Да не знаю, что я... А кажется, почему ты там спаунпоинт поставил? А потому что я заколебался, бегай. Ты меня заколебал, Дисон. Я... Да собака, это Кристина! Да я не... Ты понимаешь? Это просто... Это пипец. Как? Так, да ладно. Сейчас тебе... Ага. Да, ничего, тут ничего нету. У тебя ожидать небольшой паркурчик, вот. Иди ты в жопу! Да, все правильно. Да. Ах, ты вот тут, да? А, вижу. Зелье! Тут лежит зелье! Ты тут был! Где ты? Так, я не был. Я нашел улику, ты тут точно был. Я там был, дам тебе подсказку. Не надо. Я тебе дам подсказочку. Что делают люди, в большинстве случаев дети, когда могут заподозрить какие-то монстры у них в квартире? Где они прячутся, Женя? На верхнюю полку. Нет, дети. Дети, да хрен его знает, где они прячутся. В кладовке какой-нибудь, в шкафу. А еще где? Ну, под допустим, ты... Во, в правильном направлении ты движешься, под столом, где прячутся дети? Ты откуда я знаю? Ты же мне какие-то вопросы задаешь. Дети, вот, допустим, сейчас придет тебе маньяк в комнату, где ты спрячешься? Куда я знаю, в окно выпрыгнул. С 19 этажа. Под кроватью я, придурок, где дети прячутся? Под кроватью! Под кроватью? Вот, дебил! Да ты падла! Где ты был?
Я там, я наверху там был, Жека. Ты чё, охренел совсем? То есть ты ещё и перебегаешь, да? Ты ещё и перебегаешь. Нет, нет, не надо, не надо, не надо. Не бейте меня, пожалуйста. Да, давай, иди сюда, ребёнок прячется. Где ты? Всё, ты убил. Наконец-то! Ой, как сложно догнаться, то, что я был под кроватью. А я спрыгнул с шкафа, Жека. Ты меня нашел, ты меня нашёл. Дебил! Ну ты придурок, Жека. Я буду тут стоять и... Давай, давай. В общем, ребят, в общем, мы будем заканчивать эту серию. Ставьте огромный палец вверх, если вы хотите больше испытаний и больше серий с троллинг-прятками. Да, Эдисон, смотри на меня. Я смотрю, да. Ты смотришь на меня, Тарас, ты не на меня смотришь. Я смотрю с F5 на тебя, там, давай. Я полетел. Пока. До свидания, ребят, до свидания. До свидания.